Пламя высотой 120 метров. Невыносимая жара. Огонь пожирает 19 тысяч гектаров земли. Лесной пожар выходит из-под контроля. Держитесь линии. Действуйте быстро. Команде специалистов придется укротить огненную бурю. Будет еще сильнее? Как остановить одну из самых свирепых сил природы? Не застряньте, продолжайте двигаться. Взгляд изнутри. Операция «Лесной пожар». Пожарная тревога. Что именно произошло? Горит лес, где-то между Маунт Хэмилтон и парком Коу. 13:48, 3 сентября. Над государственным парком Генри Коу в Северной Калифорнии заметили столб дыма. Местные пожарные принимаются за работу. Может оказаться, что это обычный кустарниковый пожар. Но принимая во внимание изнурительную жару и сухую растительность, пожарные знают, что условия для распространения лесного пожара идеальны. Пожарная тревога. Эти пожарные ведут неотрывное наблюдение. Действительно, в парке Коу пожар, мы реагируем. Они работают в государственной организации Cal Fire. Подтверждаем. Если есть вероятность, что пожар выйдет из-под контроля, им нужно быть готовыми послать подкрепление. Туда добираются первые руководители. По их сообщениям, горят не менее 20 гектаров. Через час их опасения подтверждаются. Пламя охватило 81 гектар и не останавливается. Расчеты на земле бессильны. Cal Fire принимает решение. Пожару присваивается статус чрезвычайной ситуации на уровне штата. Диспетчеры организуют экстренную команду профессиональных пожарных, круглосуточно реагирующих на сообщения о крупных возгораниях в Калифорнии. Обсерватория Лик в парке Коу. Время сигнала 13:47. Парк – катастрофа для пожарных. Горные хребты составляют здесь до 70%, из-за чего эта территория одна из наименее доступных в штате и наиболее лакомых для огня, способного за минуты пожирать гектары холмов. Экстренная команда столкнулась с потенциальной катастрофой. В полночь командный штаб Cal Fire приезжает на местную пожарную станцию для первого брифинга. Командует Роберт Уоллен, руководитель штаба. Возьмите стул или прислонитесь к стене, как вам удобнее. В следующие несколько часов Уоллен увеличит силу операции от 100 человек почти до 1000. Мы пытались перебраться через Медвежью гору, вот здесь. К рассвету к месту стягиваются десятки пожарных команд, пожарных машин, бульдозеров и самолетов со всего штата. Многим пришлось ехать всю ночь. У нас проблемы с логистикой, мы с другой стороны холма. В распоряжении команды всего 6 часов, чтобы набросать план наступления. Нужно сесть и обсудить трудности. Командир батальона Дерек Уитмер руководил дневными работами. Смена пожарных команд превратится в кошмар. Здесь кучка построек, охотничьи домики и что-то вроде летних коттеджей. Один сгорел, но мы сумели забрать людей, пока никто не пострадал. Он видел то, с чем предстоит столкнуться команде своими глазами. Гряда тянется на 19 километров. Самое страшное, если пожар перейдет хребет Кордоза и спустится вниз. Огонь пойдет к Дану. Тогда беда. Понимаете, там, на одном берегу озера, домов 600-800. Уитмор вкратце описывает происшествие для членов команды. Теперь оно называется «Пожаром Лик» в честь близлежащей обсерватории. Итак, пожар здорово продвинулся. Возгорание случилось в 13:48. Огонь быстро распространяется. Вот когда мы вмешались. Сообщают о языках высотой 120 метров. Лесистая местность, трава и дубы, крутой подъем. Команда тут же осознает, что цистерны с водой и пожарные машины не проедут по крутым узким дорогам. Нужно найти другой способ. Пожарные находят дерзкое решение – сражаться с огнем с помощью огня. Они подгонят машины к границам пожара и попытаются преградить ему путь, спалив все вокруг горючим. Огонь попытаются загнать в ловушку.
Однако в случае, если пламя прорвется до того, как границы сомкнут, придется окружать ловушкой еще 12 140 гектаров. А если поднимется ветер, пламя обгонит пожарных. Мы закругляемся. Как считаете, сможем удержать пожар, если ветер заметно усилится? Наверное, нет. Ясно. Ко мне вопросы есть? Мы еще не работали вместе. 2 года не доводилось бывать на таком пожаре. Подобное для меня впервые. Этот пожар станет испытанием лидерских качеств Боба Уоллена. Он не работал в этой команде, а команда не дежурила в боевых условиях уже 2 года. Сегодняшние решения Уоллена определят, обуздают ли пламя за несколько дней или пожар затянется на неделю. Я не буду путаться под ногами, шуметь и болтать, но буду сообщать свои решения. Я в вас не сомневаюсь. Мы справимся. Все пройдет успешно. Вот такая у нас установка. Как в любой военной операции, команде нужно разбить лагерь. Выбран парк в ближайшем городе Гилроя. Через 3 часа здесь соберется почти 1000 пожарных и персонала. В лагере закипит работа. Ответственность ложится на служащих Cal Fire, подрядчиков и логистиков, которым предстоит превратить парк в город со всеми современными удобствами. Нам нужны соки в грузовике с едой. Попроси Джорджа или еще кого-то. Нам нужно молоко и соки. Мы строим мини-город. В нем будет то, что вы видите. Передвижная кухня, душевые, прачечная, отопление и кондиционер в каждой палатке. Для освещения, для компьютеров, сетей, беспроводных телефонов, фонарных вышек подведено электричество. Питьевую воду подвозят на грузовиках. Такой вот городок, построенный от начала и до конца. На этой базе команда будет готовить наступление на пожар, сколько бы времени это ни заняло. Светает. Небо на востоке затянуто пеленой дыма. Сражение только начинается. 2-й день операции «Лесной пожар». На рассвете в лагере кипит жизнь. Представители штаба раздают листки с планом действий пожарным, пришедшим на брифинг в 6 утра. Многие еще не проснулись после долгой поездки в лагерь. Итак, здесь у нас пожар, который начался незадолго до 14 часов. За первые 15 минут вырос втрое, сейчас занимает территорию в 1600 гектаров. Мы сдерживаем его у синей гряды. Самое главное – местный лес. Уоллен ведет свои силы в парк. Больше 900 пожарных, 100 машин и 20 бульдозеров. Их цель – провести заградительную линию без горючих материалов вокруг всей территории возгорания, соединить существующие дороги и просеки с новыми минимум в 9 метров шириной. Возглавляют движение пожарные машины. Они едут к передовой, разбившись на ударные группы. Один руководитель на 5 машин. Им буквально приходится забираться по склону. Отлогая территория. Приходится справляться с природными препятствиями, с погодой. Ветер сильнее, чем прогнозировали. Могут произойти изменения. И еще зимой было мало дождей. Поэтому содержание влаги на грани. И весьма вероятно, чрезвычайная пожароопасность. Весьма. Столкнувшись с огнем вплотную, ударные бригады видят, что их предчувствия сбылись. Впереди долгий день. Они проведут сутки, расчищая поле от сухого кустарника и деревьев и роя новые заградительные канавы и днем, и ночью. Рассредотачиваемся через каждые 15 метров. Однако для некоторых пожарных это долгожданный шанс. Почти половина находящихся здесь 800 человек – заключенные калифорнийских тюрем общего режима. Они специально обучены строить противопожарные полосы в условиях дикой природы, а их работа стоит доллар за час, что делает их наиболее ценными для экономных руководителей операции. Пока ударные бригады трудятся на земле, командование бросает дело воздушных бойцов. Пестрые эскадрильи вертолетов, в том числе машины Национальной гвардии, образуют воздушную пожарную цепочку.
Они пользуются импровизированной площадкой, построенной фирмой «Сильвертип», которой владеют и управляют бывшие пожарные. За час с момента прибытия мы обустраиваем вертолетную площадку. Все, что нужно, с нами в машинах и в трейлере. Вертолеты появляются в небе, мы указываем им место, проводим инструктаж, раздаем карты, они заправляются и летят тушить пламя. Их задача — прикрывать бригады на земле и целиться в языки пламени в лощинах и на крутых перевалах. Вертолеты тащат за собой огромные емкости с водой. Каждый сброс воды должен быть произведен с хирургической точностью. Промахнуться нельзя, топлива хватает только на 2 часа. Тем временем в небо отправляется самолет с неподвижным крылом. Он сбрасывает огнезащитное средство, отбивающее огонь от просек, чтобы бригады могли продолжать работу. Однако не все бригады добрались до передовой. Капитан Роберт Доерти, один из бригадиров, который должен был создавать линии преград. Но в пути приходит новый приказ — остановиться и съехать с дороги. Из-за ряда противоречивых приказов на дорогах одновременно оказались десятки бригад, едущих в разные стороны. Движение встало. Хороших дорог хватает, просто вы забыли, что ловушка должна быть большой. Тем временем в лагере руководитель операции Роберт Уоллен в затруднении. Все, кого подсоединили, получили 2 разных частоты для второй команды. 2 частоты? Передача по первой команде, прием по второй команде. Так нельзя работать. О, Господи. Опечатка в списке радиочастот застопорила связь. Ремонт потребует перепрограммировать 1000 уже работающих раций. Глава отдела связи Джек Лефорт попал в переплет. Сколько мы подсоединили? Наверное, 50. Все уже знают. Исправить просто. Жаль, что так вышло. Нужно подождать до 3 утра. Ясно. Никаких оправданий, но мы исправимся. Это же первый день. Работы в первый день хватает и Эрни Солесу, практиканту логистику. Он надеется удачно засветиться и получить постоянную работу. У вас есть палатки или закончились? Все уже собрали? Сейчас нам нужно подготовиться ко сну. Требуется больше места. Нужно убедиться, что у нас хватит места. Мне нужны еще палатки. Да, прямо сейчас. Мне нужны палатки. Нужно поставить все палатки к 8 утра. Будем начинать с того угла. В списке Эрни куча непроверенных пунктов. Пожарным, вернувшимся с работы, понадобится теплый обед и душ. Именно Эрни должен подготовить лагерь, включить электричество, пустить воду и обеспечить все удобства, начиная с прачечной и заканчивая рукомойниками. Большинство пожарных и персонала ночуют в близлежащих мотелях. Однако костяк рабочей силы, заключенные, живут в лагере. Эрни должен отвести для них отдельную территорию. Их содержат под стражей на 30-градусной жаре. Их единственным укрытием должны стать палатки Эрни. Понимаете, сейчас они придут, им нужно отдыхать в палатках. Нужно электричество, это моя основная задача, принять их. Ведь завтра им снова работать. После более чем 4 часов пути команда Роба Доерти прибывает на рубеж и тут же обнаруживает, что растущий пожар заставляет людей сдавать труднозавоеванные позиции. Вчера они пытались по возможности сдерживать огонь и работать вблизи, но не вышло из-за погоды и густого кустарника. Поэтому сейчас приходится отступить к дорогам, с помощью которых можно остановить пламя. Так легче подвозить оборудование. В парке множество дорог на вершине хребтов, что идеально подходит для защиты от пожара. Роб приказывает строить новую заградительную полосу параллельно подъездной дороге, прежде чем подберется огонь. Нужно остановить пожар здесь или придется отступить еще дальше. Хорошие вести? Да, вообще-то, по-моему, у них надежный план. Видели, по какой мерзкой дороге мы ехали в середине спуска? Они не хотят, чтобы туда добрался огонь, иначе будет беда. Ни при каких обстоятельствах, если только я не прикажу, мы не отступаем тем путем, что приехали. Там смертельная западня со всеми этими поворотами. Там не выжить.
Новую просеку создадут при помощи управляемого огня. Фактически, с огнем будут бороться с помощью огня. Выжгут пустырь, очищенный от сухостоя. Начнем с этого угла и пойдем по дороге. Смысл в том, чтобы пожертвовать малой территорией и спасти тысячи гектаров парка. Пожар крадется с холма. Постараемся его отрезать, сделав барьер по длине холма. Это место называется серединой подъема. Мы лишим огонь любого горючего и сожжем его сами, направив пламя в сторону пожара, одновременно избавившись от топлива и обезопасив свое продвижение. Выжечь защитную полосу небезопасно. Легкая смена ветра может бросить пламя в лица пожарных, обратив их в бегство. При такой близости к огню раскаленный воздух может моментально сжечь открытые участки кожи. Пожарные с головы до ног одеты в Номикс, термостойкую ткань, дающую пару миллиметров защиты. Он не слишком защищает от жары, но не горит. Точнее, не загорается при попадании огня, так что если уйти из пекла, останешься живым. Под этим еще один слой хлопковой одежды для вентиляции. На мне легкий лесной шлем. Здесь кожухом можно обернуться и спасти лицо от огня. На мне разгрузочный жилет и укрытие от огня, так что в крайнем случае я разложу небольшую палатку и заберусь внутрь. Подобное случается крайне редко, и надеемся, нам никогда не придется прибегнуть к этому. Очень надеемся. Температура увеличивается, условия на рубеже ухудшаются. Из-за невыносимой жары и низкой влажности холм может вспыхнуть от одного уголька. Несомый дневным ветром пожар проскочил свежую защитную полосу на северо-востоке ловушки, обогнав ударные бригады и обещая пожарным долгую работу. Пожарные команды вытянулись в тонкую линию. Земляные работы все больше зависят от заключенных. Они работают в командах рядом с пожарными без оков и охраны, выделяясь лишь оранжевыми комбинезонами. Прежде чем зажечь встречный пожар, заключенные должны убрать низкие ветки и кусты, способные, как по лестнице, поднять пламя с земли на деревья. Нужно убрать те большие деревья. Давайте. Холм подготавливают, используя бензопилы, лопаты и топоры, а поджигают с помощью горелок с дизельным топливом и бензином. Так, я хочу кое-что сказать. Огонь с травы может моментально перекинуться на вас. Держите голову выше. Не больше одной полоски за раз. Не больше 6 метров. Капитан Андерсон подчиняется мне. Вы подчиняетесь ему, понятно? Да. Как объяснил капитан Андерсон, не жечь за спиной товарища. Им некуда отступать. На задание берут только образцовых заключенных, которым осталось сидеть меньше 5 лет. Работа опасная, но заключенные, вроде Роберта Абейта, идут добровольно. Меня осудили в конце 2003-го. Арестовали на Рождество за кражу машины. Честно говоря, это самая трудная работа в моей жизни. Я научился выносить нагрузку, просто жду завтрашнего дня и так продолжаю. Озабоченные тем, что их стратегия пошатнулась, члены штаба отправляются в небо, чтобы непосредственно проверить, работают ли новые заградительные линии. Все отлично. Давайте пролетим тот хребет, откуда валит дым. Вижу на холме открытое пламя. На верхушке холма горит. Почти сразу же видны прорехи в просеках. Очаги возгорания перекинулись и разгорелись на юго-востоке пожара. Я считаю, будет еще больше. А насколько больше, по-твоему? На порядок. Многовато плохих вестей для одного дня. Так, собирай бригаду у машины. А
Они готовы сжечь верхушку, а ты подай пример. Я пойду вдоль, сжигать буду по 6 метров. Не торопясь, спокойно. Пусть прогорит, потом дальше. Сгорит еще дальше. Понятно. Похоже, Роб проигрывает битву на линии огня. Ветер дует прямо в нашу сторону, они не могут удержать периметр и отходят на последний рубеж, проселочную дорогу на вершине следующего большого хребта. Жаль, ведь нужно снова работать, потратить там столько же времени. А еще мы не разобрались, куда нам двигаться, и тот отряд тоже. Если не соединим периметры, то нам не удержаться. И нам будет еще труднее. Знаешь, вот если бы удержать здесь и отрезать этот участок, прежде чем спускаться, тогда не придется ковыряться внизу. Если мы сможем отрезать хоть этот клочок грязи, я буду счастлив. Часть полосы уходит в нехоженую местность. Проехать могут одни бульдозеры. Их доставили сюда на платформах. Они пройдут там, где не смогут остальные, вгрызаясь в склон под 70 градусов, разрывая плотный заслон кустарника и круша дубы, которые мешают пожарным. Будешь убирать здесь кусты. Так, там очаг возгорания. Понял. Бульдозеры оставляют на холме свежие шрамы, убирая растительность и роя заградительные канавы прямо до минеральной почвы. Через сутки в лагерь возвращаются первые бригады, вымотанные и покрытые сажей. Забившись в самый угол, Марти Тидвелл устроил мастерскую для ремонта, так сказать, винтовок в пожарном арсенале, бензопил. Он бросил повседневную работу, починку косилок для полей для гольфа. Решил помочь пожарным, оставив привычное дело, ведь пожар вспыхнул всего в нескольких километрах от его дома. С утра было 25 бригад. Пока мы копались, их уже было 100. Так что у нас почти 300 пил. И будет еще. Да, большущий пожар. Большой. 6 вечера. В лагере вовсю кипит работа. Команда осужденных управляется на кухне, ежедневно выпускающей тысячи порций пищи. Обычно мы готовим ребрышки, бифштекс со всеми приправами и ассортимент салатов. Не сравнить с маминой стряпнёй, но сойдет. Хочу сказать, что все вертится вокруг кухни именно так. Если еда плохая, ни у кого нет настроения. В 9 часов вечера бригады Cowfire покидают лагерь, в основном отправляясь ночевать в мотеле. А Эрни все еще трудится. Я рассчитывал все сделать до ужина, но они объявились только что, в 9:23. Наконец привезли заказанные утром палатки. Их тут же надо собрать, чтобы пожарным заключенным было где лечь. Двигайте палатку сюда. Долгий был день. Я на ногах с 5. То есть сколько? 12, 13, 14, 15, 16 часов. 9 с лишним часов ждал палатки. Мне дали задание, теперь могу поставить галочку. Все выполнил. Завтра готов трудиться со свежими силами. Ночью огонь продолжает прорывать заграждения, обгоняя ударные бригады. Становится известно, что в северной части штата также произошел крупный пожар. Командованию отказано в просьбе о подкреплении. Рассчитывать приходится только на себя. На третий день становится ясно, что отдыха не предвидится. Пожарные должны управляться с наличными ресурсами силой в 1900 человек.
Доброе утро. Начинаем брифинг по пожару Лик. Если команда надеется быстро сдержать огонь, необходимо менять стратегию. Так, мы рассчитываем, как следует ударить с воздуха. Мы ждем эту атаку около 7 утра. У команд вертолетов свое совещание, они будут готовы вылететь около 8. Огонь прорвал фронт на нескольких направлениях, а бригады застревают в пробках на узких парковых дорогах. Поэтому командование вызывает единственный пожарный самолет в мире DC-10, который выпустит 5-километровую струю огнезащитного средства. Попав на землю, составные розовые массы вступят в химическую реакцию, поглощая жар, выделяя водяные пары и оставляя на земле защитный теплоустойчивый слой. Задача — замедлить распространение огня, обеспечив бригадам необходимое время для создания просек. Штаб решил дополнительно окружить 4000 гектаров, отступив от пожара на несколько километров и использовав существующие заградительные линии и естественные преграды — вершины хребтов. Робос-бригады отправили на новую позицию в нескольких километрах. Они далеко ушли от южной границы пожара, получив свободное место для создания новой заградительной полосы. Сегодня мы ушли от основного огня, и теперь собираемся обратить хребет, на котором стоим, себе на пользу. Здесь крайне удобно остановить пожар. Поэтому, когда все бригады прибудут на место, начнем жечь кусты линиями в сторону основного огня. Если справимся, то укротим несколько километров южной части пожара. Дороги штата и безопасные зоны. Все запомните их, спускаясь. Ищем дренажные стоки. Здесь полно канав, дымоходов. Реагируем по ситуации. Все любят огонь, такой он яркий и так далее. Но выискивать надо зелень. Высматриваем пятна, это самое трудное. Понятно? Рабочей силы мало, местность неудобная, не пройти и так далее. Быть начеку. Если какое предчувствие, лучше сразу сказать. Не бегите вперед, убедитесь, что подожгли. Потому что если запалить здесь, а здесь потухнет, все оборвется. Убедитесь, что выжигаете все уголки. По-моему, ветровой режим в норме, да. Сильно он не влияет. Нет, эта работа стоит того, ну да. Такую красоту редко увидишь. Дорога бежит вдаль, и с обеих сторон можно жечь. Точно. Можно экспериментировать бесконечно, это шедевр. Запалище здесь. Нам не выбирать, когда и где жечь. Но работая на столь большой территории, мы сами находим место сражения. Загорается. Неплохо, шишки помогают. Не забудь зелень, смотри наверх. Ребята, не спать, смотрим за линией. Я сказал не спать. К 4 дня роб с товарищами наконец-то заканчивают с этим участком полосы. Теперь нужно ждать. Поможет ли природа? Удалось ли пожарным остановить пожар Лик? На рассвете обитателям лагеря открывается чудесное зрелище. Густая пелена тумана. Наконец, погода подыграла пожарным и дала первую передышку. Лагерь пожара Лик в Гилрое взбодрило известие о том, что противопожарная полоса сомкнута. Пожарным помогают снижение температуры и утихший ветер. За последние ночи созданы надежные просеки и выжжены 11 тысяч гектаров. Пожар остановлен на 35%. Из лагеря в Гилрое передает Бетси Габхард. Пожарные знают, что передышка не будет долгой. Шанс слишком мимолетен. Огонь немного утратил бдительность. Пожарные должны нанести сокрушительный удар. Защитные полосы необходимо усилить, а отдельные очаги вытоптать. В случае промедления дневной ветер разгонит туман и вернет огонь к жизни.
Однако туман, охладивший пламя, испортил видимость и сорвал полеты авиации, мощнейшего орудия пожарных. Пилоты наслаждаются редким отдыхом на земле, но недолго. Понимая, что сегодняшний день может стать поворотным, руководитель полетов Дэн Бернс собирает пилотов. Похоже, сегодня мы можем попытаться остановить этот пожар. Если сможем летать, полетим. Сегодняшний день может стать решающим. Если можно будет взлететь, если поступит сигнал, вы взлетите и добьете его. Тем временем руководство, лишенное воздушной разведки, пользуется новой технологией слежения. Вот вы видите вершину хребта, а теперь спускаемся к пожару. Сожмите немного. Вот здесь Сьюзенвиль. И немного подними. В центр руководства операции прибыли инженеры НАСА. Они участвуют в экспериментальной программе, работающей с военным беспилотным самолетом, переделанным для разведки лесных пожаров. Оснащенный инфракрасными теплокамерами, он видит сквозь дым и туман, находясь на высоте многих километров. Над нами летает беспилотный аппарат. Он может снабжать нас данными в реальном времени в течение 20 часов. Он пролетает над местом, мы получаем сведения. Технология запатентована проектом Google Земля. Любой может войти в программу, посмотреть данные и увидеть, где сейчас граница пожара. Поразительно. Вот это все. Яркая розовая зона. Это активное пламя. Ничего себе. Вокруг леса, а с этой стороны вниз идет встречный пожар с хребта. Вот видите? Впервые командование видит непосредственно пожар. О, Боже. А еще им отлично видны защитные линии, которые создавали бригады в последние дни. Здесь горит, а вот отгоревший след. Теперь по общим очертаниям можно представить, как по-настоящему выглядит пожар. Правда, переложенный на карту Google. Итак, нам видно, что люди на месте разожгли огонь. Он должен идти навстречу пожару. Мы стараемся управлять биомассой, питающей пламя. В общем, они создают огнезащитную полосу. Они посмотрят и скажут: получилось. Обученную бригаду можно перебросить на другой участок пожара. И они там сделают то же самое. Новости обнадеживают пожарных. Но у руководителя отдела связи Джека Лефорта очередная забота. Радиоканалы глохнут от избытка связи. Вот в чем наша проблема. Cal Fire приказал отключить нынешнюю систему и перейти на совершенно новую с помощью других частот. Нам велели перейти на национальную систему, что очень трудно сделать в разгар тушения пожара. За сколько времени можно доехать до Мустанга? Не быстро. Часа два-три. Одна дорога чего стоит. Нужно все перезапустить на третий день операции. В ходе реорганизации на отдаленных холмах горящих территорий поставят новые радиопередатчики. Для этого в решающий момент с фронта отзовут вертолета. Без налаженной связи ничего не получится. Я считаю, что без связи пожар выйдет из-под контроля. Это опасно, чревато травмами для людей. Без связи можно погибнуть. Для меня это столь же важно, как поднимать на холм шланг. Когда система заработает, я успокоюсь. Ты слышишь? Вроде работает. Все лампы горят. Порядок. Слышу отчетливо. Соединение работает. Отлично. Связь обеспечена. Ветер помогает, а команда радуется долгожданной передышке от удушливой жары. Похоже, операция подходит к концу.
Штаб решает приступить к роспуску бригад, направляя людей на другие пожары штата. И тут на горизонте встает столб дыма. Морган Хилл, похоже, прямо над ним поднимается столб дыма. Разрастается очень быстро. Оперативный отдел. Оперативный отдел. Что бы ни случилось, возгорание произошло на этой стороне. Подтверждаю. Со стороны Браво или Чарли, или с обеих. И там чисто. Тропа Робинсона. Нам понадобится помощь второго отделения. Джим, можешь связаться с авиабазой и их расшевелить? Раскаленный воздух тлеющих встречных пожаров образовал атмосферную воронку, которая оживила утихшее пламя и направила в нетронутые районы парка. Огонь угрожает вырваться из построенной пожарными крепости и снова выйти из подчинения. Бригады вызывают на рубеж. Сейчас 2:30, самое время для возгорания. Этот материал высыхает за 10 часов жара. Как сейчас? Сейчас легко могут возникнуть очаговые возгорания, когда искры будут пересекать полосу, зажигая сухостой, и это основная забота следующих 2 часов. Можно выстрелить ракетой из пистолета или бросить ее рукой. Они высекают огонь. Роб Дойерти с товарищами оказывается в центре вихря. Это ветер провоцирует активность огня у верхушки хребта, где бригада прокладывает опорную просеку. Внезапно ветер меняет направление и угрожает пожарным, перекинувшись через гряду. Нужно бежать быстрее. Так, не стоим. Пластиковая скорлупа так долго не выдержит. Во время атаки Роб и бригада перестраиваются на узкой грязной дороге, где надеялись остановить пожар. Черт побери, может на вас перекинуться. Не останавливаемся. Скоро пожарные попадают в водоворот искр, некоторые из которых перелетают полосу и порождают очаговый пожар. Бежим скорее к большему. Есть риск, что разорвется целая полоса. Задача отвести огонь от сухих кустов достается осужденным. Вот почему мы основа Калифорнийского отдела защиты леса. Мы костяк. Нужно их иногда хвалить. Они славно потрудились, хорошая команда. Молодцы! Команда 1, молодцы! Здорово! Есть угроза, что заслон преодолеет новые искры, поэтому для того, чтобы затушить отдельные очаги, вызывают авиацию. Подлетим верхом, сместимся на 1.5 длины крыла вправо и выльем на траву на холме. Вертолеты обнаружили водный резервуар в виде ближайшего озера. За раз они черпают оттуда сотни литров воды. Ведро качается как маятник, посылая наверх теплый воздух. Поэтому пилотам приходится управлять сверхточно. Сквозь толстый покров дыма они целятся в очаги пламени, наносят удары снова и снова, привозя по ведру.
концу дня оказывается, что пожарные пилоты одержали верх. Если преграды выдержат ночь, пожар Лиг наконец пойдет на убыль. В течение двух следующих суток просеки выдерживают. Жуткое пекло, недавно грозившее обернуться лесным пожаром трагического масштаба, превратилось в тысячи гектаров тлеющей целины. Пожарные зовут ее лунным ландшафтом. Теперь они работают ликвидаторами, заливая угли водой и грязью. Слаженные усилия более 1700 пожарных в течение недели одолели огонь, уничтоживший половину парка Генри Коу в округе Санта-Клара. Получится 10-5. Пожар почти потушен, и Эрни приказывают разобрать лагерь в Гилрое. Конструкции, которые собирали на протяжении дней, исчезнут в считанные часы. Они разобрали 15 палаток. За час 40. Довольно быстро. Итак, пожар под контролем, поэтому нашему городу приходит конец. Все разбираем. Нам пришлось поставить 23 палатки, а теперь их убираем. Люди съезжают. Кто-то на очередной пожар, кто-то домой. После двух практически все здесь исчезнет. А за пару недель, меньше чем за месяц, от нас не останется и следа. Трава как следует отрастет, как будто ничего и не было. В самый разгар операции лагерь приютил более 1900 работников. На мытье рук и стирку и душ ушло 750 тысяч литров воды. Пожарные съели более 22 тысяч готовых обедов, выпили больше 100 тысяч бутылок воды, побаловали себя 23,5 тысячами килограммов мороженого. Все это было привезено специально для них. Окончательный счет больше 10 миллионов долларов. В полдень буду сворачивать эту лавочку. Все, я уматываю. У мастера по ремонту бензопил Марти Тидвелла осталось всего пара лезвий. Он, наконец, возвращается к своей повседневной профессии, присоединяясь к исходу сотен рабочих из лагеря. Все кажется весьма слаженным, насколько может быть организованным хаос. Да, это организованный хаос и есть. Покидая Гилрой, пожарные покупают футболки, напоминающие об их свершениях на пожаре Лиг. Профессионалы отправляются на другие калифорнийские пожары. Работа забрала много сил, но ничего необычного не случилось. Осужденные возвращаются в тюрьмы. Работа может оказаться важной ступенью на длинном пути перевоспитания. Понимаете, это событие действительно изменило мою жизнь. Я смог оценить, кем был, как себя вел, ощутить ответственность. Понимаете, я взглянул на себя, каким я был слизняком. Нужно помогать людям. Я должен. Я посчитал, что если я продолжу помогать людям, мои собственные беды уменьшатся. Весь этот пожар на меня повлиял. Думаю, заняться ремеслом пожарного, выйдя на свободу. Итак, добрый вечер. Мы начинаем. 10 дней спустя после принятия командования Роберт Уоллен передает бразды правления местной ячейке Калфайр. Боб, происшествий нам больше не нужно. Но если что случится, без такой команды не обойтись. Огромное спасибо. Возможно, сначала его неуклюжий старт вызвал беспокойство, но теперь, когда пожар смогли одолеть в границах парка Генри Коу, у Роберта Уоллена с командой есть повод отметить. Нужно, чтобы впереди кто-то опустился на колено. Вниз? Нет, ты можешь стоять. Так, возьмите назад коротышку. Давай, детка. Yeah.
Больше всех рад окончанию пожара связист Джек Лефорт, отдел которого до самого конца преследовали напасти. Около 7 произошел несчастный случай. Отсюда выходил наш оператор. Упав со ступеньки, он ударился головой о бетон. Сел на коробку, упал, снова ударившись головой. Его забрали в больницу. Так что главная травма случилась в отделе связи. Бесспорно. В целом пожар Лик разорил около 19 400 гектаров, более половины парка Генри Коу. Куда ни кинь взгляд, всюду его явные последствия. Сгорело всего с десяток построек, в основном домики, где поколениями останавливались охотники. Среди них избушка, где, как считают, произошло возгорание из-за незаконного сожжения мусора. В металлическом круге жгли бумажные тарелки. Непривычному взгляду последствия покажутся разрушительными. Но эколог Джордж Грей считает почерневший пейзаж предвестником благих изменений. Гарольд Бисвелл, основатель экологии огня, по крайней мере в Калифорнии, говаривал, что черное выглядит великолепно. В парке Генри Коул произрастает множество растительных сообществ, приспособленных к пожарам. Они переживали пожары на протяжении всей новейшей истории. На вершине холмов 5 отметин, то есть пожары случались каждые 15 лет. Часть территории не горела с 30-х, часть 60-х. Пришло время, и большая часть сгорела. Наш парк не разрушен. Скорее произошло его омоложение.